прыг-скок, зайка? Семен? Как Семен прыг-скок? Прыг, 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 прыг. Прыг, прыг, зайка. Семи! Папа везет нас, да? Куда нас папа везет? Тебе нравится? Упал сейчас лицом. Вот, да, ну не расстраивайся. Всем так пенка. Покажи маме пену. Где пена? Покажи маме пену. Сэмми, покажи маме пену. Мало пены, да? А у вас тоже детки сгребают все бутылочки в ванной. Давай, ставь. Вот сюда. Давай, поудобно. Так, все почистили. Вот. Да, давай, старайся. Старайся, старайся. Ну почему блокик-то на ручку надевай? На ручку. Да. Как у тебя тут интересно? Кто тут? А где волки-то? Где волки? Молодец. А собачка где? Собачка-то где? Покажи. Слоник? Где слоник? Да. А скажи, мама, папа? Это крокодил. Крокодил. А это слон, ты же сам мне показывал. Крокодил, да. Я только вышла из ванны. Сейчас утром. У нас сегодня 6 января. И сегодня мы поедем вечером с друзьями в баню, в сауну, в баню, там баня, хамам, джакузи, всякое такое. Вот, поэтому я утром сходила, помыла, чтобы чистенько идти. Чем же мы занимались все эти дни? С 1 по 3 января мы лежали как тюлени, ленивые тюлени, мы... смотрели всякие фильмы, смотрели телевизор, сериалы, короче, отдыхали. Причем Семен, видимо, очень чувствовал своих родителей и тоже очень долго спал, лежал постоянно, такой весь был. Причем он не болел, нет, у него было хорошее настроение, он был веселый. Но вот как-то нас так поддерживал в этом плане. Вот, 4-го, получается, по-моему, да? Мы уехали к родителям, к моим, на дачу. Я поставляю вам вставочки. Я там немножко поснимала. Я с собой забыла селфи-камеру эту. И так немножко на телефон поснимала. Семика. И все. Потом
Мы вчера приехали, тоже вчера отдыхали, ничем таким особо не занимались. И вот сегодня я решила поснимать для вас, просто потому что уже соскучилась, если честно, по съемкам, по комментариям на YouTube, по, я не знаю. Я думала, что я до 10 января не прикоснусь к камере и вообще. Но вот реально как-то скучается, видимо, слишком много выходных. А где жираф-то? Папа, чем она занимается? Не скажу. Помаши привет. Я по тебе соскучились. Ну, зай. Вон будет Семёныч Маша. Помаши привет. Ну, Гошенька. Ты что, моих девочек не любишь? А что ты меня бьёшь вообще? Кто ест мамины сыворотки? Чё ты там пьёшь? Она закрыта. Чё ты там пьёшь? Семён, дай маме. Семён, дай маме. Куда ты отвернулся от меня? Дай маме. Дай маме. Чё ты крутишься, вертишься? Дай маме. Дай маме. Дай. О, ты чего это откусил? Мама, поцелуй. Мама, поцелуй. Нет, нет, мама, поцелуй. Мама, поцелуй. Нет. Нет. Да. Нет. 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 Не дам. Не дам. Не дам. Не дам. Мое чудо. Чудушка ты мое. Кто там? А как Семен язык показывает? Как Семен язычок показывает? Покажи. А как Семен глазки закрывает? Покажи. О, маме бровь. Все, меня победили. Он добрался до соски. Ты у тебя на ноге приклеено. Все. Блин, носорог. Вы меня про саночки спрашивали. Вот такие вот у нас санки абсолютно обычные, ничего такого. Полностью вот тут вот закрывается. Семен ненавидит санки вообще. Он не любит, он любит гулять только ногами. Поэтому я вообще не знаю, зачем мы их купили. Стоили они где-то 4 с лишним тысячи рублей. Вот такая какая-то скандинавская, да, тема. Не знаю. Но это был самый адекватный рисунок, который вообще я видела в наших кировских магазинах. И вот не знаю, продавать их, не продавать, потому что он, конечно, очень плохо в них сидит. Сейчас поехали гулять, у нас дома все заболели. Свекровь болеет, муж болеет. Короче, какая-то беда. Вот, у мужа вообще температура. Короче,
знаю. Все друзья были. Нормально, да? Вот у меня больной человек тут ходит. Я, значит, ему сегодня постельный режим прописала. А он сам пошел до аптеки, хотя я ему сказала, что я с Семеном схожу. И еще и вечером собирается в гараж тачку ремонтировать. Напишите-ка, напишите внизу, что он без толку. Нас так просто не победить. Ага. Нет, сегодня он у меня день под противовирусными лежит дома. Сейчас мы дойдем до аптеки. Потом дойдем до оврага. Пару раз Семочка с горочки покатается. Все, не вытерпел, да? Не вытерпел в санках. Самостоятельный какой, да? Тут все катаются. Сэмми, маме-то может дашь ручку, нет? Это года. Это года. Это года, вода. Куда пойдем? Давай ручку. Куда пойдем? Сэм, куда пойдем? Елочка тут. Как айфон. Ты что хочешь сделать? Кукузик. Кукузик. И хохочет. И тебя захочет. Гош. Гош. Кто упал-то в снег? Отряхай теперь меня, скажи. А где наши санки на горке покататься? Бежим. Салазки. Ватруха? Ватруха, салазки. Сел. Давай качаться. Неправильно. Ну не учи его неправильно. Готовлю кушать. Сейчас кушаю мандаринку. Вы любите мандаринки? Я очень люблю. Заказала очень классные контейнеры на Алиэкспресс. У меня тут гречка, чечевица, овсянка хранится. Их много разных цветов у меня. Ну, 4, точнее, если быть. Тут у меня тушится курочка без масла. Вот, сейчас туда добавлю гречку, и получится как такое... Я не знаю. Давайте вместе придумаем рецепт этому блюду. Гречка с курицей, короче, просто. Давай, сам кушай. Давай, давай, набирай на ложечку-то. Набирай на сам. Ты вот этой ручкой-то бери. Вот. И давай, держи ложечку ручкой, держи. Вот, в ротик. Молодец. Вкусно? В общем, у меня Сёмка уже кушает то же самое, что и мы. Я вот сейчас приготовила для мужа, для себя. И Сёмочка тоже это же кушает. Тушёная курица кусочками и гречка. Добавляю только немножко соли. Всё это без масла, конечно же. Да? Очень любит кушать. Если Семён не спит, то он ест, да? Аппетит. Сём, вот всем бы такой аппетит, мне кажется. Сейчас мама смотрит и думает, ты прожуй сначала. Прожуй. Чего такое? Ешь давай, не хохочи. Мяско надо. Пальчиками не нужно, ручками. Вот, ложечкой надо. Посмотри, и так все грязненько. Кто вот это намусорил? Кто ручками-то кушает? Семен. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, надо ложечкой кушать. Ложечкой. А, то есть ты на ложечку положил, да? Ты жучок маленький. Жучок. Давай-ка с ложечки кушай. Вот, молодец.
Ты хочешь вот этот самый большой кусок, да? Так и скажи. Хочу, мама, самый большой кусок курицы. Ты его прожуешь? Покажи, сколько у Семена зубок. Покажи зубки. Покажи зубки. А как Семочка глазки закрывает? Покажи. А где у Семочки ушки? Покажи. Ушки, да, ушки. А ротик где у Семочки? Ротик. Ротик где? Ротик, покажи ротик. Скажи, мам, есть я хочу. Пристала ко мне, покажи, да покажи. Забыл сделать. А, ты же пьешь, а потом делаешь так. А. Сем, ну покажи, как ты делаешь. Смотрите, смотрите. Я еще не наелся, я еще хочу. Да? Я еще хочу. Давай, я тебе дам ложечку. Чьи там ножки маленькие балуются? Чьи ножки балуются? Ну-ка, 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 пощекочу, пощекочу, пощекочу. Пощекочу, пощекочу, пощекочу. Так-так-так-так-так-так-так. Чьи ноги балуются там? Чьи ноги, ноги, ноги? Ай, поймаю за ногу, поймаю, поймаю.